Привет! Вы на канале Гастропутеводитель. Я делаю первый в своей жизни видеорецепт. Информационным спонсором нашей телепередачи будет кот Йода. Он сейчас спит, но даже спя, он помогает мне. Итак, чтобы такого предпринять, давайте попробуем приготовить здоровый завтрак. Мужской здоровый завтрак. Пусть это будет яичница. Вот изначально я думал, что это будет яичница. Яйца омега-3, 2 яйца, 2 глаза, яичница. Но сдается мне, что яичница это будет слишком просто. Может быть, надо посмотреть, что у нас есть в закромах. Так. Опа. Так. Геркулес. Что-то там соль какая-то. Чай. Чай. Еще чай. О, кстати, вот эта штука для... бешбармака. Чай, макароны, еще какие-то посторонние. О! Вещь. О! Знаете, что это такое? Это харира. Овощной марокканский суп. Вот его-то мы и сделаем, пожалуй. Харира – это самый известный марокканский суп. Вот. Тут это халяльно все пишут. Что он традиционный, и здесь хватит на 4 тарелки. Вот. Что-то тут, не знаю, есть ли английский. А, есть английский язык, мы так легко сделаем. Вот. Что тут еще? Вот. Обещают, что время приготовления будет 10 минут. Смысл сводится к тому, что надо пакетики погрузить в литр холодной воды, потом подогреть, и когда вскипит, что-то там перемешать и подождать 10 минут там на медленном огне. Вот так вот, круто. Вот, я думаю, это то, что нам надо. Начнем же. Короче, вот харира, а вот кастрюля. Самая большая задача сейчас для меня, мне кажется, это нацедить литр. Как это сделать, я вообще не знаю. А, у меня есть граненый стакан. Думаю, что 4 граненых стакана воды, это будет литр. Так, попробуем набрать этот литр. Я слышал, что... Опа! Так. Это, ну, примерно 250 миллилитров. Два. Три. Четыре. Так, супа, походу, много получится. А сейчас начинается самое интересное вскрытие. О. Опа! Вот. Вот так это выглядит. Смотрите. Вообще ничего не написано. Марокканцы не тратят зря буквы на это все. А второй пакетик. Вон, второй пакетик другой. Ага. Тема такая, что совмещается два пакетика, засыпается аккуратно. Аккуратно вообще такое-то. Сейчас я даже... Я воспользуюсь ножницами, пожалуй. Вот. Давайте. Так, внутренность такая. Прикольно, да? О! Пахнет всякими травками, это вам не хмели, сунели. Так, 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 так. Вообще он спасает от жары. Сейчас у нас за окном жара, и кажется, еще будет гроза. Вот. Один пакет ушел. Пахнет чем-то непонятно чем. Так, второй пакетик.
О, здесь вообще начинка такая классная. Макароны, что-то там какой-то этот нут, кусочки мяса. Нас ждет что-то обалденное. Так. Сейчас надо посмотреть, что дальше делаем. Пишут, что надо помешивать деревянной ложкой. Но фиг его знает, где ее взять. У меня он есть только икейная. Вот. Ну, кстати, уже по ощущениям можно есть. Так, но раз пишут, что надо включить огонь, я так и поступлю. Включаем плиту на четверочку. Короче, суп харира постепенно дошел до состояния кипения, подкипания. Вот. И по инструкции надо в этот момент прикрыть кастрюлю наполовину крышкой. Вообще, сейчас такое происходит, чтобы наполовину крышкой. Вот. Опа! Ну, чуть-чуть прикрыли. Нормально. Кот тем самым спит, если вам это интересно, и дергает лапой во сне. А, наверное, надо показать вам. Смотрите. Короче, там такие штуки плавают. Что-то по ощущениям съедобное. Кухня полностью наполнилась ароматом таким марокканским. У меня такое ощущение, что во всех этих ресторанчиках марокканских этот суп и подают. Вот это прям тот самый вкус, тот самый запах. Так, как наш там супчик поживает? О, как кипит вообще все ништяк. Во. Густой, вкусный, ароматный. Настоящая харира. Опа. Вот так. Прекрасно, прекрасно выглядит. Отлично. Вот что называется здоровый завтрак. Но думаю, пора. Выключаю плиту. И, наверное, накрою крышкой, пусть немножко настоится по нашей русской народной традиции. Пусть он пропитает все, что здесь есть этим марокканским ароматом. И после чего можно будет начинать готовить. Ой, в смысле, можно подавать. Вот. Кот с нетерпением ждет, когда все будет готово. Вот. Нос у него не больной, это ему кошка засадила за приставание. Ну и пришло время подачи. Вот. Харира. Харира, харира, харира. Такая отличная еда, что я думаю, что вам всем завидно. Вот. Видели? Так, вот он мой здоровый завтрак мужской. Суп харира.